Ход строительства детского сада на улице Школьной в Щелкове проверил глава городского округа Андрей Булгаков. Работы идут с опережением графика. На территории дошкольного учреждения для каждой из 9 будущих групп оборудуют игровые площадки. Также предусмотрено строительство спортивного ядра, соответствующего современным требованиям. В здании детского сада на каждом этаже будут располагаться по 3 группы. Здесь предусмотрены медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения, музыкальный и спортивный залы. Андрей Булгаков также проверил ход капитального ремонта детского сада «Малыш», который находится на улице Парковой. Ремонт затянулся из-за необходимости полной замены перекрытий. В связи с этим, по поручению главы муниципалитета, 3 недели назад на строительном объекте увеличили количество рабочих. Сегодня территория вокруг детского сада преображается. Здесь устанавливают игровые комплексы, лавочки, песочницы, веранду. Завершается монтаж светильников. В ближайшее время приступят к укладке асфальта. Кроме того, подрядчики укладывают линолеум и монтируют сантехнику. На очереди установка межкомнатных дверей и мебели. Несмотря на то, что работы здесь будут идти вплоть до 1 сентября, открытие дошкольного учреждения состоится в срок.